На сегодняшний день убран мусор из всех подвалов. Ведутся работы по монтажу металлических конструкций для заливки усилительных элементов фундамента. Параллельно демонтированы некоторые элементы декора на фасаде, и реставраторы приступили к их восстановлению. В дальнейшем планируется ускорить процесс. Проведено соответствующее совещание, консультации со специалистами, дабы ускорить процесс уже начала работ по монтажу перекрытий, восстановлению проемов, заполнению проемов и так далее. Когда будет модели, чтобы можно было... Там закончилось. Пластик есть, да?